Всем привет! Сегодня коротенький обзорчик шашлычницы. Шашлычница Скарлетт. Вот так вот она выглядит в работе. С поворотной функцией. В общем, я остался доволен. В принципе, ну, все, что я от нее хотел, все есть. Она простенькая, не очень дорогая. И минусов, ну, не знаю. По крайней мере, я не нашел. Может, потому что они вертикально стоят, я не знаю, минус это или нет. Фиксировать просто надо внизу мясо. И все. Ну, тем самым вот жир капает в тарелочке. Уборка после процесса небольшая. Как бы, по-моему, все хорошо. Ну, приятного аппетита. На сегодня все. Всем пока.